Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Xiaomi Redmi Note 11S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять мелодию будильника. Для этого мы заходим в приложение «Часы», которое по умолчанию предустановлено на наше устройство. Удалить его отсюда нельзя. Если вы не можете его здесь найти, то выбираем пункт «Инструменты». Здесь оно обычно есть. В крайнем случае свайпаем по экрану вниз и нажимаем здесь на время. После чего мы также попадаем в приложение «Часы». Здесь слева сверху выбираем «Будильник» и выбираем нужный нам будильник. Если у вас нет никакого, нажимаем на плюсик «Создаем новый». Нажимаем «Настройки» и видим вот такое вот меню. Здесь можем настроить мелодию. Здесь есть некоторые мелодии сразу здесь. Можем выбрать пункт «Все мелодии». Здесь, во-первых, есть много предустановленных мелодий. Есть возможность выбрать какую-то мелодию онлайн. А также есть возможность выбрать мелодию на устройстве. То бишь загрузить какую-то свою песню, которую мы заранее скачали на этот телефон. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.